Так, а что, Телеграм-то не включил? Я же тебе сказала, закрой дверь. Вы за заказом? Да. Нет. Лихачёва. Здравствуйте, здравствуйте. Будет записывать, кто тут у нас присоединился. У меня так плохо, почему-то экран работает. Алена, не пойму, как фамилия. Кохнева, что ли? Напишу так. Лишь бы нам было понятно. Так, Гончарова, Ольга. Все, пошли. Закрыть дверь. Добрый вечер, да. Сегодня поставка, видите, как поздно. Никогда так не было. Валентина Петровна. Не махает у меня почему-то экран. А, Кочнева, хорошо. Валентина Петровна. Так. Сейчас мы откроем списки, которые вы уже видели, наверное, все. Кто не в курсе, у нас сегодня розыгрыш призов, подарков за прошлый каталог, за 7-й. Еще раз я повторю правила. Розыгрыш проходит для тех, привет, Гурнар, кто сделал и оплатил заказ в 7-м каталоге. Сделать и оплатить нужно, да? В 7-м каталоге. Если вы сделали в 7-м, оплатили в 8-м, все, этот заказ ни туда, ни туда не пойдет на розыгрыш. Поэтому всегда будьте внимательны. Привет, Анечка. Так, Гульнара Пудовкина. Сегодня мы вас мурыжили из-за поставки. Вот только затащили коробки. Думали, успеем. До 7, но немножечко не успели. Так, Аня. ТикТоке, если кто есть, пишите свои фамилии. Там, по-моему, не видно, да? Нет? ВКонтакте. А, ВКонтакте. Так. Валентина.
Так. У нас тут Алена Колесникова. Здравствуйте. Еще немножечко мы подождем и начнем. Так, ВКонтакте никто не пишет? Один есть, но никто не пишет. Надо было не ВКонтакте. Там всегда 1-2 человека из этого, из тут. Так, ребята, у меня в эфире показывает 10 человек, но я записала только 7. Алена Кочнева, Оля Гончарова, Валентина Петровна Югова, Гульнара Пудовкина, Меньшикова Аня, Валентина Степаненкова, да, правильно фамилию, и Алена Колесникова. А кто еще, кого я не записала? Так. Ну хорошо, пока кто-то собирается, может быть, пока кто-то где-то нас потерял, может быть, а мы с вами начнем. А я сегодня вам расскажу о замечательных... Это Валентина. Наконец-то я вашу фамилию запомнила, окончание фамилии. Начнем, и я расскажу сегодня о замечательных новинках. О замечательных новинках. Первое – это мезотерапия. Когда-то мезотерапия у нас была уже в Фаберлик. Выглядел этот продукт совершенно по-другому. Он был в таких отдельных ампулах, много-много, в такой коробочке прозрачной были они. А сейчас мезотерапия у нас выглядит вот так. Красиво, презентабельно, мне так очень нравится. Тоже как шприц, но немножечко другой. У нас есть с вами две упаковки, как шприцы для глубоких морщин и стоп-морщин, да? Ага, Мария Замуруева. Простите, что я... Прерываешься? Олесь, на дальше ты будешь писать, тебе буду говорить, чтобы не отрываться. Так, записала Машенька вас. А сейчас там другие, да, шприцы? А эти шприцы, этот шприц вот такой вот у нас замечательный. Вот с такой вот кнопочкой. И вот так вот он выходит, вот видите, вот видите, вот видите, вот. Что такое мезотерапия? Ну, это продукт, альтернатива салонной процедуре, одноименной причем салонной процедуре. Так, сейчас, ребята, я тут это... Списки приготовлю, чтобы быстро нам их достать. Когда в салоне доставляют кислород в глубокие слои кожи, доставляют его с помощью инъекций или каких-то других аппаратов специальных, у нас это делает крем. Вы знаете, что у нас в серии «Эксперт» достаточно много продуктов, которые являются альтернативой салонным процедурам разных. Вот это вот крем не из серии «Эксперт», а из новой линеечки. Ну, линеечка-то старая, да, она просто обновленная, пятое поколение наших кислородных кремов, которые сейчас называются Global Oxygen. Вот в этой линеечке появилась мезотерапия. Этот продукт, во-первых,
активируют синтез коллагена и других белков в коже. Ну и вы понимаете, что если доставляется кислород в глубокие слои кожи и много кислорода, ну это что, омоложение, конечно, омоложение, улучшение тона кожи, рельефа кожи. Это, конечно же, повышает тонус кожи. Кроме того, здесь содержатся такие комплексы или компоненты, не знаю, как их назвать, которые обеспечивают и контролируют содержание воды, контролируют водный баланс в коже тела, причем в течение 8 часов. Замечательно, правда? Утром нанесли, и до вечера вы, ну, как бы свежи. Еще там входит такой компонент, который доставляет в глубокие слои много кислорода. Но этот компонент у нас во многих есть продуктах, а здесь особенно насыщен этот продукт, обеспечивает пролонгированную такую доставку в глубокие слои кожи кислорода. Пробуждает, поддерживает систему микроциркуляции. Ну и витамин С здесь еще содержится, который очищает внутреннее пространство нашей кожи и поддерживает, ну, как бы здоровую экологию наших клеточек. В общем, продукт уникальный, я вам хочу сказать. Я так расстраивалась, когда его сняли с производства, тот, который был вот перед этим. И сейчас очень рада, что появился он снова. Я этими продуктами пользуюсь, ну, постоянно, без перерывов. Что стоп-морщины, что от глубоких морщин сыворотками. Ну и вот этот, конечно же, он еще тогда не поступил еще в продажу для широкого. Турсукова Лариса Алис. Для широкого, как сказать, количества наших покупателей и консультантов. Он был доступен еще для VIP. И я его сразу купила, и не один. И сегодня на 50 баллов мы будем разыгрывать вот этот вот продукт. А еще одна новинка. Кстати говоря, мезотерапия вот в такой вот коробочке. И кто-то ее получит сегодня, эту коробочку замечательную, и попробуйте. Кстати говоря, если вы нанесете мезотерапию, например, утром под кремчик, а еще если вы воспользуетесь нашим кремом, господи, как он называется? Сейчас. Блёр? Да? Вы себя просто не узнаете. Вот я вам точно говорю, проверено. Вы будете выглядеть на 5-10 лет моложе, во-первых, в этот день. И у вас будет замечательное настроение к тому же. Видимо, это все взаимосвязано. Ну и второй продукт, он вот в такой вот невзрачной коробочке. Но он там очень хорошо упакован. И к нему идет еще и вот такой вот мешочек, который очень хорошо подходит, кстати говоря, для подарка. А в этот мешочек я уже положила вот такую штучку. Это массажер-скребок кварцевый.
Наверное, вы уже видели его в новом каталоге. Я его написала тоже еще в прошлом каталоге. Вот он здесь показан. Массажер-скребок гуаша. Сейчас очень много видео с этими массажерами. Причем они бывают из разного камня. И если вы пошаритесь в интернете, вы найдете достаточно много видео о них. Как шару в июле. И показывают, как ими пользоваться. И насколько они хороши, для чего они. Ну, а я вам скажу, что массаж, что он делает? Он улучшает кровообращение, он убирает морщинки, он тонизирует, конечно же, кожу. Он вот этот вот массажер, он даже сужает поры. И вообще кварц, он же такой волшебный камушек для омоложения лица. У нас с вами есть уже массажер кварцевый, помните, который вот так вот жужжит на такой палочке, кругляшочек кварцевый. И вот теперь еще вот такой. Он такой вот, специально такой формы, чтобы было удобно делать массаж. Угу. И сразу всю щечку. И под глазками. Так, либо так, кому удобно. Кому как удобно. И над глазками. И сразу бровки. Это все подтягивает века. И, конечно же, массаж. Итак, по массажным линиям вы все знаете массажные линии. Ну и, конечно же, шея. Шея спереди. Впереди вверх, сбоку вниз. Хотя я видела видео и видела такие схемки массажа с скребочком гуаша. Показывают вниз. Ну, я сейчас вообще... Здравствуйте, Селезнева Лена. Вообще-то это... Думаю, что это все-таки неверно. Вот в этой коробочке вместе с этим скребочком вы получите еще... И инструкцию, как пользоваться. Ну, там тоже и схемка есть, все массажные линии показаны. Ну, я думаю, что наши покупатели и консультанты это уже давно все знают. Но, тем не менее, вы сможете посмотреть. И на нашей схеме показано впереди вверх, а сбоку вниз массаж делать. Ну, вообще очень удобно, правда? Вот даже тем, который жужжит, кварцевый массажер, передохнуть, села на диванчик и пожужжала. Ну, вечером, когда вы все нанесли уже, уход сделали перед сном. И пока сидите, кто-то, может быть, новости последние смотрит. А кто-то, может быть, сериал какой-то смотрит, а кто-то еще что-то. И это то же самое. Очень удобно, не требует много времени, но если каждый день, да, то это дает свои результаты. И не нужно обращаться за помощью к другим людям, чтобы его использовать, правда? Это немаловажно в нашей жизни, современной тем более. Когда всем некогда, когда у нас мало времени, все остальное. Ну, вот этот вот массажер. К 50 баллам мы приложим. В честь того, наверное, что у нас сейчас последний наш каталог, когда идет промо-акция социальная.
И наши девочки, ну, просто молодцы. Столько много они осчастливили просто людей бесплатными, бесплатными заказами. Поэтому кто выиграет, тому повезет. Смотрите, наносите вот эту вот сыворотку, да, наносят утром и вечером. Наносите вечером, делаете массаж вот этим вот скребочком. А если еще и утром точно так же, то это будет просто замечательно. Но вот эту вот сыворотку можно наносить либо утром, либо вечером, либо утром и вечером. Поняли? Ну и если вы найдете время еще и для скребочка, то это будет здорово просто. Так, ну вот кому-то повезет за 50 баллов. На 50 баллов у нас людей мало. В этом каталоге мало. Не знаю почему, но их мало, всего 8 человек. Не знаю, кому повезет. А присутствующих здесь еще меньше. И я, наверное, уже знаю, кому повезет. Ну, а 25 баллов – это тоже не старый продукт, да? Шампунь и что это, кондиционер или нет, это не кондиционер, это питательный бальзам для всех типов волос. Новая у нас линеечка, сравнительно новая для волос. Сакура. Не дешевая. Это не как шампунь Ботаника. Это будет на 25 баллов. Ну а для тех, кто присутствует, знаете, я всегда говорю, приходите. И если даже у вас нет заказа, все равно приходите. Сегодня у нас такой щедрый будет розыгрыш, да? Для тех, кто присутствует, еще и будет розыгрыш. Вот такой вот щеточки замечательные. Ей можно и делать массаж лица, и умываться. Вот тут такие щетинки. Подождите, можно я вытащу? Кто выиграет, же не обидится же на меня, что я показала это в прямом эфире. Силиконовые, такие мягенькие, приятненькие. Щетиночки. Этим можно умываться. Пенку, когда наносите, или гель, чем вы там, для умывания. И когда мылится лицо, мылить вот этой щеточкой, заодно и массаж. Вот здесь вот такие пупырышки, да? Это тоже массаж лица. Смываем, тоже можно этим смывать. А вот эта лопаточка, если вы наносите... Так, подождите. Алена Новикова. Если вы наносите на лицо маску, например. Спасибо, Валентина Петровна, что вы оценили наши подарки. Если вы наносите маску, да, не пальчиками залазим в баночку, если это маска в баночке, а вот такой вот лопаточкой, и она тоже силиконовая, и наносите на лицо масочку. Удобно и замечательно. Вот, кто присутствует, даже если вас нет в списках в розыгрыше, вы получите вот такую вот, такой замечательный аксессуар для красоты тоже. Так, ну и давайте пока мы проверяем список, кого мы записали, чтобы все были записаны люди.
Так, Алена Кучнева, Ольга Гончарова, Валентина Петровна, Гульнара Пудовкина, Аня Меньшикова, Валентина Степаненкова, Алена Колесникова, Мария Замуруева, Лариса Турсукова. Вы уже простите, что я у кого не помню отчество, я запомню постепенно. Будете часто присутствовать, я запомню. Юненька Кокшарова, Селезнева Елена, Новикова Алена. Если кого-то не назвала, пишите. Я специально сейчас тяну время, чтобы вы успели написать свою фамилию. Итак, вот эти вот продукты содержат в себе ценнейший компонент, источник аминокислот, витаминов и минералов. Это не простой шампунь. Это вот розовенький, да, цветом розовенький, они у нас есть еще такая темная упаковка, темно-коричневая и такого песочного цвета упаковка. Песочного цвета упаковка, она для кудрявых волос подойдет. Темная, она, по-моему, очищающая, да, Лиз? Не помнишь ты? Очищающая, по-моему. Вот это вот питательный шампунь. Он больше подходит для сухих он волос, да, больше подходит? Или ну, для всяких? Для нормальных. Для нормальных? Но он увлажняющий, питательный. Он питательный, увлажняющий. Глубокое причем питание. Блеск дарит волосам. Вот такие вот у нас продукты на 25 баллов. Все, больше никто ничего не пишет. Все, девочки, тогда больше никого не ждем. Что хотели, рассказали, подарки показали. Итак, сейчас переходим к генератору. Кстати говоря, пользуясь случаем, кто еще не знает, пока у нас еще есть карточки на промокоды 500 рублей. Можно сделать заказ на 500 рублей, ни копейки не заплатить. У нас люди приводят своих родственников, друзей, знакомых. Пока эти карточки у нас еще есть. Обращайтесь, пишите в любом мессенджере. Пишите. Кому нужно, пишите. Еще более выгодный заказ, как сделать по этой карточке, я вам объясню. До 11 июня еще есть время. После 11 июня уже ничего нельзя будет сделать. Пока у нас еще есть запас этих карточек. Так, ну что, давайте. Итак, сейчас я вас переключу. Ой, простите. Ой. Ой-ой. Сейчас. Подождите. Лиз, помоги. Что-то я про это забыла. Так. Ну-ка, Лиз, сегодня настрой. Итак, сначала мы разыгрываем на 50 баллов. Посмотрите, у нас тут всего 8 человек. Надеюсь, что вам видно всем. Давайте я еще вот так вот поверну. Лучше? Угу. Так. Давай, Лиза. Генератор включай. Давайте, включаю. Генератор. Угу. Так. 8. От 1 до 8. За кого-то мы сейчас будем очень сильно радоваться. Подарок просто шикарный. Просто шикарный. Давайте. Ну что ж, смотрим семерочку. Бауэр нет у нас такого человека. Юленька, мы тебя поздравляем.
что и требовалось доказать. А тут больше никого и нету, кроме Юли. Можно было не разыгрывать. Юля. Как Шарова. Как Шарова. Я видела тебя в эфире. Мы тебя все поздравляем. Ты получаешь сегодня в подарок вот эти продукты. Тебе крупно повезло. Крупно. Юля молчит. Не вышла ли она? Крупно повезло. Вот так они будут упакованы. Так, ну мы подождем. Мы подождем. Если Юля... Ой, молодец, Валентина Петровна. Ой, молодец. У нас тоже есть девочки, которые уже все, все промокоды. Вот, какой мой? У нас тоже есть девочки, которые все промокоды реализовали, и мы им даем еще дополнительно. Вот она, Юленька. Валентина Петровна, если вы имеете в виду, что первый номер выпал какой-то ваш человек, но он же онлайн не присутствует. Да, да, да. Нет, нет, мы только наших, которые... Он как Шарова Юля отреагировала. Да, 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 я вижу. Которые в эфире, это наше правило, которые в эфире. Только для людей, которые в эфире. Поэтому вы своим людям, вот наши девочки, всех новеньких включают в чаты. И здесь уже в прямом эфире сегодня уже есть новенькие люди. Вы тоже включаете, если они на наших пунктах выдачи обслуживаются, конечно. А если они на других пунктах выдачи, то у них там свои розыгрыши. Так, ну что, давайте. На 25 баллов. На 25. У нас 23 человека на 25 баллов. У нас Юленька тоже на работе смотрит. Да. И Аня бывает на работе заходит. И Гульнара Пудовкина на работе заходит. Ну а что поделаешь? Так. Вот Виктория Викторовна Юстус обычно у нас присутствует. Где она сегодня, интересно? Женя Шаляпина тоже ее, что-то я не вижу сегодня. Ксюша. Землякова Ксюша. Ага. Так, ну давайте. 23. 23. Обновить надо, да, Лис? Ага. Давайте обновим. И поставим 23. Так, 23. Давайте. Все по-честному, я думаю. Юля в дороге, вон, пишет. Угу. Так, а вот это кто? Это Валентина Петровна. Чего нажала? Так, давайте. 23 выпал, да? Угу. Так, это у нас из Альменева люди. С Альменевского пункта. Ее нет здесь. Евгения Ивановна что-то нету сегодня. Сальменева. Так, 19. Гульнара Пудовкина. Я тебя поздравляю. Пудовкина Гульнара. Номер 19. Гульнара, ты получаешь вот это. Я рада за вас, девочки. Да, везет. Кому-то везет. Очень кому-то часто. Кому-то везет всегда. Да, очень часто почему-то. У нас вот Юстус бывает везет. Ну что, давайте я еще раз оглашу теперь список тех, кто у нас... Гульнара, мы рады за тебя. Кто у нас присутствует в онлайн? Если кого-то мы не написали, вы, пожалуйста. ВКонтакте тоже. Кто онлайн сейчас смотрит, напишите фамилию. Угу. Да-да.
Валентина Петровна, вы своим девочкам, вот если вы, если мы правильно вас поняли, конечно, если выиграла ваша девочка, да, и она не присутствует, вы ей передайте об этом. И в следующий раз пусть она присутствует. Вот вы ей скажите, вот ты представляешь, какой ты подарок упустила. Гульнара сидела, ждала. Правильно, посылала правильные импульсы, видимо. Так, ну давайте. Алена Кочнева, Ольга Гончарова, Валентина Петровна Югова, Гульнара Пудовкина, Аня Меньшикова, Валентина Степаненкова, Алена Колесникова, Мария Замуруева, Турсукова Лариса, Кокшарова Юля, Селезнева Елена и Новикова Алена. 11. Один... Почему 11? 12, а у нас 10. Смотрят 10. Так, смотрят. Ну, вон уже 11. Уже 11. Видимо, кто-то, может, вылетает, да входит. Ну, если кто-то будет... кто-то, если выиграет, да, мы подождем чуть-чуть из присутствующих, чтобы вы быстро написали. Это я, это здесь. Спасибо, Валентина Петровна. А то я уже что-то расстроилась, что вы там расстроились. Давайте. Если не напишете по-быстрому, я тут. Ну все, девочки, вот ну следующую. Не обижайтесь, да. Тогда следующую будем разыгрывать. И опоздаете, напишите, что я здесь, а мы уже... другого человека уже выпал, другой человек, ну, уже простите тогда. Мы возвращаться к прошлому не будем. Давайте уже так. Так, давайте. Нажимаю, приготовьтесь писать. Я тут. Приготовьтесь писать, пожалуйста. Четверочка. Всегда. Ну, что я могу еще сказать? Гульнара, надо иметь совесть, наверное. Я шучу, конечно. Почему это тебе сегодня так везет? Сегодня, наверное, твой день, что ли? Четвертая у нас Гульнара. Ну, все. Спасибо, кто был. Знаете, вообще такая закономерность у нас высматривается. Кто постоянно бывает, тому и везет. Да, я тут, я вижу тебя, Гульнар, что ты тут. Гульнара получает 2 подарка у нас этот раз. Мне ж прям как-то неудобно даже перед людьми. Но я все равно за тебя рада, Гульнара. Кто работает, тот и зарабатывает. Ну все, я с вами прощаюсь. Спасибо, что вы были. Приходите в офисы попробовать, пощупать все, что у нас есть, понюхать все, что вам нужно, спросить и приводить своих людей. Из нашей структуры, еще раз я повторяю, что у нас пока есть вот эти вот карточки на бесплатные заказы, и можно сделать еще выгоднее заказ, как я расскажу, кто еще, если не знает. Пожалуйста, дорогие мои, готовьтесь к следующему розыгрышу. Он у нас будет проходить в следующую первую неделю следующего каталога, 9-го каталога. Но для этого нужно, помните, да? От 20 до 50 и больше баллов, чтобы было единым заказом. И чтобы он был оформлен и оплачен в одном каталоге, в 8-м, который идет сейчас. Тогда вы будете участвовать в следующем розыгрыше. Я прощаюсь с вами. До свидания. Я еще раз поздравляю тех, кто выиграл. Подарки очень хорошие сегодня. И я рада за девочек. Царские. Царские. Ну ладно. Я прощаюсь с вами. Сейчас я еще буду...
целую минуту выключаться или больше, как обычно. Почему-то мой телефон не хочет выключаться. Ну что такое-то? Вебинар? Пожалуйста, Юль. До свидания, Алён.